Так вот, хочу кучу показать. Значит, катер и колбочка с разряженным воздухом, подвешенная на нитке. Значит, вот видно, что в колбочке разряда нету. Когда я подношу руку, он появляется. Сейчас. Но здесь смысл в чем, что разряд лучше появляется, когда вот либо заземление, либо емкость какая-то подключается. Сейчас попробую без света то же самое показать. Я подношу только руку, не прикасаюсь еще. Если прикоснуться, будет еще более явно. То есть получается, разряд пробивает на пальцы. Колба в этом месте нагревается. Она и вообще достаточно сильно нагрелась. Если подольше оставить на X-Screw, может ее вообще прожечь.